Погребально-поминальное сооружение привезли на территорию Горгипи по предложению руководителя раскопок Ирины Рукавишниковой. Для этого конструкцию разобрали, пронумеровали каждый элемент. В археологическом заповеднике объект воссоздали по фотографиям и чертежам. Даже строительный раствор соответствует древним технологиям. Это смесь глины и песка. В преддверии своего профессионального праздника археологи подарили находку музею. День археолога – это еще один раз вспомнить нашу богатейшую историю, потому что Анапский археологический музей – это один из немногих музеев археологического профиля. На самом деле в этом году 40 лет отмечает заповедник Горгипи, то есть как заповедная система России 100 лет в этом году праздник, и 40 лет нашему заповеднику Горгипи. Поэтому, наверное, это замечательный подарок этому празднику, и хотелось бы всех гостей, жителей города пригласить в наш музей, а сотрудникам музеев археологических и заповедников пожелать много новых находок, открытий и посетителей. Горгипи – единственный в России музей раскоп под открытым небом. Посетители могут взглянуть не только на развалины античного города. В его стенах созданы постоянные экспозиции разнообразной тематики. Пару месяцев назад музей пополнился экспонатами с раскопок в районе Джимэте. Во время экспедиции у села Юровка были найдены и мелкие предметы – керамическая посуда, стеклянные украшения, железные орудия труда. После завершения реставрации их передадут в Анапский археологический музей. Анапа – это один из древнейших городов на территории России, а если мы даже будем брать догородской период истории Анапы, то у нас очень богатая история. То самые древние находки, сделанные в окрестностях Анапы, это средний и поздний каменный век. Остатки этих эпох следует изучать, их изучают археологи. Наш музей тоже участвует в этом, музей сохраняет находки археологов, музей их пропагандирует, и без всякого сомнения. С точки зрения археологии Анапы будущее очень большое. С 27 по 28 августа музей Горгипи будет участвовать в «Ночи кино». Жители и гости города-курорта смогут побывать на традиционной акции «Кино на крепости». На русских воротах будут демонстрировать исторические фильмы, а на территории музея проведут костюмированное шоу «Герои арены».